выставки «Крымские мотивы». У произведения легендарного Николая Гущенко, агентурный псевдоним Ерем, а киевляне называли его «Француз». Это он за полгода до Рихарда Зорге предупредил советское руководство о планах нападения на страну фашистской Германии. Это ему, по легенде, советскому разведчику подарил в знак определенного расположения альбом своих работ «Адольф Гитлер». Это он в окружении практически тотального соцреализма Советского Союза мог позволить себе рисовать так вольно, так свободно Бахчисарай. Перед нами на картоне ханский дворец, около него течет река Чураксу. Такой полноводной она бывает только после сильного дождя. Но ливень ушел, ушли тучи с неба, и ничто не загораживает ярких апельсиновых, оранжевых крыш зданий, белых стен. Внизу маленькие человечки, которые оживляют вид и так динамичны. На них яркие оранжевые, желтые, голубые, фиолетовые одежды. Для Николая Глущенко создание пейзажа было и любимым делом, и отдыхом, и радостью. И эту радость он передал нам.